Дорога вдоль дома номер 14 по улице Шверника пользуется огромным спросом. Она является единственной, соединяющей улицу и несколько дворов в микрорайоне. Ведет к социальной инфраструктуре и продуктовым магазинам. Дорога сейчас в ненадлежащем состоянии. При этом водители, объезжая неровности, заезжают на тротуар, который из-за этого тоже приходит в негодность. Об этом и сообщили жители главе Самары, которая приехала на встречу с горожанами. Машина приезжает и в спину сигналит тебе, что мы должны куда-то уйти. Особенно зимой. Тротуара совсем нету. Глава Самары обсудила с жителями вопрос ремонта дороги и тротуара. Их приведут в порядок в рамках муниципальной программы. Но с одной стороны дома корни деревьев могут разрушить свежеуложенный асфальт. Поэтому жители должны на общем собрании принять решение, как и деревья сохранить и сделать тротуар удобным для пешеходов. Мы ждем от вас решения. Но это нужно сделать максимально быстро, потому что району еще торговаться. Также говорили и о других возможностях для благоустройства придомовых территорий. Так глава Самары напомнила жителям о различных региональных и федеральных программах. Во всех программах, которые есть, обязательно надо участвовать. Содействие, комфортная городская среда, надо подавать заявки. Потому что именно под это выделяется финансирование. После того, как жители передадут собранные документы в администрацию района, будет посчитана стоимость и назначена дата проведения ремонтных работ. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.